же я когда вышла, я поняла, что я боюсь делать, я боюсь ошибаться. Я не могу так кое-как начерикать. Ах, у меня не так, я не, ну, у меня по-другому мышление. Что есть? Да, я вот думала, вот есть 3 дня, пойду сделаю. А потом думаю, опа, а как это курс, 4 месяца, это... И вот я начала как бы об этом думать, я даже не думала, что мы войдем в такие вот, насколько глубоко это будет, да, и про колористика, и все это так интересно. Игла, я сидела прямо, я говорю, я до 3 ночи сидела, смотрела видео, то есть мне было это настолько интересно. И я всегда говорю, Боже, спасибо, что я не попала на этот 3-дневный курс, а попала к нормальному человеку, да, который все объясняет. Да. Это все-таки это вот моя благодарность тебе. Рада, я очень рада, что ты действительно каким-то удачным случаем попала. Я такой перфекционист, мне надо, чтобы было все красиво, и я потому решила, что я пойду к вам учиться, чем я буду ошибки делать. У меня есть знания, но мне только вот еще вот у меня большой страх перед именно вот этой самой практикой, да. Ну вот именно с человеком. Но знания у меня много, я чувствую, Ирина, это как день и ночь, как я вышла, и что у меня сейчас есть, я могу, я же все время об этом только и говорю. Многие приходят действительно с желанием освоить профессию, и все так интересно, слушают внимательно, стараются все делать, как бы, ну, как говорят, так и делают, ну, надо купить краски, значит, куплю, там, надо машинка, ну, значит, надо, ну, как-то доверчиво, да, там все, да. Да, значит, так и должно. А потом ты выходишь и понимаешь, что свадьба кончилась, как бы гости разошлись, а тебе нужно сейчас вот теперь жить. А ты как бы не понимаешь, а как? Миллион вопросов вот тут, просто их тысячи, и ты не знаешь, что, ну как, ну что теперь делать? Ну, ты нет уверенности, как можно что-то делать, если нет, вот это самое главное, вот эта уверенность. Может быть, даже кто-то, если что-то и не знает, но он такой... пофигист, да, и он, может быть, там наделает, ну, он так. Почему, как я вас нашла? У меня, это я вас нашла, когда я училась. Я училась в школе, но искала информацию это в интернете. Я вас нашла, и вы там где-то говорите, я вам, такая мысль была, что, ну, вы передаете все свои знания за все года, что вы их действительно дадите, и своей тоже как-то, ну, простотой, без этой, без пафосности, все, вы тоже это подкуп, ну, вот этим вот человека, ну, мне это важно, да, какой человек, что он не только там фотоет, ну, там, и так, а мне нужны знания, а не вот это вся вот это. Фу! Я хочу так, ну, мастер быть, ну, знать, понимать. Для меня это важно, да. Я могу смело рассказывать. Я знаю, что такое Фицпатрик, я знаю, что такое гемоглобиновая кожа или, как это желтый называется, кератиновая. У меня это, ну... И одна девочка, она учится на косметолога, и я с ней вот разговаривала о коже. Она так смотрит на меня, она говорит, у тебя такие познания. Ну, не знания. Я рада, нереально просто. Да. У меня учеба, и все. Ну, там, конечно, работа тоже, да, но все, сейчас период учебы. Это же не всегда будет, это сейчас. Но я должна максимально взять, сколько могу. Ну, так, и тогда мне как-то легче пошло. Ну вот, ты правильно сделал, это настрой. Если бы вы пришли в другую школу, вас бы, ну, проводили через несколько дней, и вы пошли бы это сидеть дома, делать сама, как? Вы просто находитесь сейчас вот на этом поэтапном ведении, где никуда не деться, как ты сказала, выбора-то нет. Либо ты учишься, тебе дают, либо ты сама себя лишаешь, все время себе придумываешь какие-то отговорки. У меня времени не хватает, у меня там то, у меня там это. Но это неплохо, на самом деле же там и дети, и семьи есть, все это, конечно, существует, и ругать-то никого за это не хочется, но факт остается фактом. Если ты не уделяешь времени, то результатов не будет. Да, да, это однозначно. Но я так рада, Ирина, вы не представляете. Я тоже рада. Да. Супер. Сама собой горжусь.
что да, я... Да, да, реально, это, знаешь, такой какой-то большой кусок большого дела, который нужно было сделать, и вначале, то есть ты была в таком состоянии, что, знаешь, можно и забросить, и отказаться, и сказать, ой, нет, ну, как-нибудь там я сама. Это всякие варианты люди просто не делают, и все, потому что это тяжело. Вот. Это, да. Тяжело. Но это того стоит. Это того стоит, да. Это того стоит. Потом... Чтобы спать спокойно, чтобы было знание, чтобы ты знала, что ответить, чтобы понимать. У меня сейчас вот то, что вы все дали, у меня есть это понимание. У меня нет, что ли, у меня конкретная каша. Нет, да. Неправильно. Я, потому что я очень... Я когда не понимала какую-то лекцию, я ее пересматривала, даже бывало по 4 раза. 150 евро плюс 50 евро коррекция. Угу. Ну, но она и делает шикарные работы, конечно. Да. Да, да. Да, ну, хочешь хорошо зарабатывать, тоже надо вложить в это. Ну, да, конечно, да. Потом будет не стыдно эти цены, можно их определить по своему региону, понять, сколько можно поставить, чуть выше среднего, ну и делать лучше.